очень хорошая. А почему, объясните? Я просто рассчитывала на более веселый спектакль, как был брак по-мужски. А это был? Так себе. Замечательно. А чем понравился? Ну, как-то близко. Очень, очень близко. Все очень понравилось. А чем понравился? Ну, своей задорностью. Артисты хорошие играли, очень хорошо было. Мы прям получили удовольствие. А чем понравился? Ну, вообще все отлично. И сюжет понравился, артисты великолепно играли, просто умнички все. Понравилось. А чем понравился? Ну, легкий, хороший, играли очень хорошо, музыкальный. Очень приятный. А чем понравился? Игра про Кощевой, очень понравилась. Не только и всех других актеров, очень довольна. Очень хорошо. Все самые хорошие. А чем он понравился? Ну, игрой актеров и постановкой замечательной, декорации, костюмы, да, все очень понравилось. Спасибо. Мне понравилось. А почему, объясните? Такая проблема дурацкая, избитая уже, всем надоест. Средний. Средний уровень. А чем понравилось? Легкий, веселый, хороший. Хорошо воспринимается после рабочего дня. Прекрасно. А чем понравился? Это наша жизнь. Это наша вот женская жизнь. Потрясающая. Молодцы. Вообще чувствуется, что это школа. Нам лично очень понравилось. Буквально даже приятно. Будет смотреть молодежь одна. И много шутливых историй занимается. Спасибо вам. А чем понравился? Вообще из Беларуси сами актеры играли великолепно. Просто великолепно. У нас даже, мне кажется, таких театров нет. Так что очень понравилось. Чем понравился? Актрисами. Эмоции. Очень хорошие. А чем понравился? Мне все понравилось. И актеры понравились. А чем понравился? Очень хорошо играли. И то, что немножко разбавляли музыкой, не скучно было совершенно. Спасибо.